В руках у специалиста единственная в мире копия считавшегося пропавшим фильма Уолта Диснея. Ее возраст почти 90 лет. Фильм обнаружили в архивах Национальной библиотеки Норвегии 6 лет назад. Но лишь в этом году удалось установить, что это первая рождественская короткометражка Диснея, снятая в 1927-м. Главный герой фильма «Empty Socks» – «Пустые носки» – счастливый кролик Освальд. Это предшественник Микки Мауса на посту одного из культовых мультипликационных персонажей 20 века. Дисней и его главный аниматор Уб Иверкс создали 26 фильмов с Освальдом, пока в 28-м году ему на смену не пришел мышонок Микки, а мультики про кроликов впоследствии снимали другие студии. Единственный известный ранее фрагмент фильма длиной 25 секунд хранился в Нью-Йорке в Музее современного искусства. Хронометраж, обнаруженный в Норвегии, копии 5,5 минут, но почти минута в середине полностью затерта. Остальное эксперты восстановили, оцифровали и отправили на киностудию Walt Disney в США. Оригинальная копия будет по-прежнему храниться в Национальной библиотеке Норвегии. Здесь короткометражку впервые покажут публике в среду, 17 декабря.